Всем огромный привет! Всех приветствуем на канале Юрия и Ларисы Ивановой Лайф. И сегодня, сейчас именно, мы готовим суп из кабачка. Это все, что нашлось в холодильнике. 250 грамм фарша. Я добавила туда 3 столовые ложки риса, для того, чтобы слепить фрикадельки. Мне это нужно будет подсолить, ну и перемешать. У меня 100 грамм лука. Лук у меня замороженный, чтобы не пропал. 100 грамм моркови. Один перчик, сорванный с огорода, 500 грамм картофеля, 2 лавровых листа, 450 грамм кабачка. Вот реально, девочки, не успевают кабачки за нами. Мы из них что только не готовим. Пучок зелени, то, что в огороде растет. И у меня замороженные помидорки. Также мне нужна будет соль и оливковое масло для обжарки вот этих овощей. Я приготовила... Сейчас у меня 700 примерно миллилитров воды я поставила кипятка. Сейчас это у меня все кипит. И мне нужно быстренько приготовить овощи для того, чтобы их обжарить. Мне нужно потереть морковь на крупной терке. Всем привет. Помаши ручки такие. Мы все вместе готовим суп из кабачка. Да. Деда снимает. София нас поддерживает, смотрит. Ну и задает нам много разных вопросов. А я готовлю. Я наливаю в сковороду 3 столовые ложки масла. Мне нужно порезать картошку. Я крошу ее кубиком. У нас кипит вода, а масло у меня пока разогревается. Девочки, кому удобно, режьте на досточки. Это я... Мне так кажется, что так быстрее все. Бежим опускать картофель. Опускаем картофель. Масло разогрелось. Опускаем сюда морковь. Лук. И обжариваем. А сами бегом бежим крошить перчик. Режем перец. Тоже как вам больше нравится. Картофель кипит, я немножко убавила плиту, и здесь у меня тоже обжаривается. Сейчас я сюда добавлю перчик. Теперь мне нужно порезать кабачок. Промешиваю фарш с рисом и солью. Помидоры у меня домашние, еще прошлогодние, замерзшие. Я их решила быстренько подтереть на терке. Видите, как они хорошо трутся. Кому не нравится кожура помидоров, можете обдать их кипятком и снять эту кожурку. Она легко снимется. А у меня все на скорую руку. Суп из кабачка на скорую руку. Добавляю сюда в сковороду кабачки. Теперь готовим. Подготавливаем фарш, фрикадельки. Какой вы величины любите, такое и делайте. Сначала перемешаю все. Так, теперь в картофель добавляю фрикадельки. Добавляем замороженный помидор. Перемешаю. Здесь у меня все кипит. Надо посолить.
Солю по вкусу. Я сейчас подготовлю зелень, то есть нарежу ее. Жидкости я выпаривать с помидор не буду, но поверьте, домашние помидоры, аромат здесь стоит с них просто обалденный. Прям чувствуется, что это домашние помидоры. Теперь я это все в кастрюльку опускаю. Перемешиваю. Ребята, аромат офигенный. И цвет мне вот такой вообще обалденно нравится. Супа. Офигенный, обалденный. Я сейчас же добавляю сюда 2 лавровых листа. И я немножко досолю. Мне Юра не досаливает потом в тарелку. Кушает недосоленое. Почти полезный суп. Фарш у меня говяжий. Все, у меня 5 минут прокипело. Я прям в супчик добавляю зелень. Перемешиваю. Ну просто фантастично. И вообще отключаю. Прикрываю крышечкой и готовлюсь к разливанию. Красивый суп. Просто фантастический суп. Просто феерический. Супчик готов. Я его кушаю со сметанкой. Юрик, ты со сметанкой будешь? Нет. И с перчиком. Все остальные без перца и без сметаны. София тоже. Супчик очень вкусный. Тут ничего лишнего, нет жира, нет. Так что можно ведрами кушать. Подожди секундочку сейчас. Скажи. Скажи что-нибудь. Я не люблю сметанку. Сметанку? София не любит сметанку. Настя бы кушала это со сметанкой. Я, как всегда, прощаюсь с вами. Всем желаю крепкого здоровья, всего самого наилучшего. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Всем пока-пока, до встречи. Пока-пока. Так, сейчас мы попробуем. Das ist fantastisch. Правда, очень вкусно. Обалденно вкусно. Прекрасно. Немножко горячеват, но вкусно. А я поела чуть-чуть. Всем пока.